Во время весенних праздников сотрудники правоохранительных органов будут нести усиленную службу. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Люберецкой полиции Евгений Романцев. Апрель и май – это месяцы, насыщенные праздниками и массовыми мероприятиями. Пасха, Красная Горка, а затем 1 мая и День Победы. Для того, чтобы весенние праздники прошли спокойно и обошлись без ЧП, Люберецкая полиция перейдет на усиленный режим работы. Большинство личного состава задействовано на все эти мероприятия для того, чтобы не допустить нарушений и экстремистской направленности, и террористической направленности. Совместно, я думаю, выйдут и дружинники, выйдут и депутаты, которые вновь выбраны, и с населением будем наводить порядок, чтобы не допустить нарушения охраны общественного порядка. Евгений Романцев также напомнил, что и самим жителям во время массовых праздников стоит быть осторожными и не забывать о правилах безопасности. При обнаружении подозрительных предметов или возникновении нештатных ситуаций нужно незамедлительно обращаться в полицию. Звонить можно по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.